Мы закликаем всех, кто не нашел себя в списках в день выборов, срочно отправляться ногами в органы реестра, ругаться, писать заявление, возможно, даже судиться. В офисах помогут с юридической поддержкой. Это самый главный сейчас вопрос. Люди, которые пришли, но не смогли проголосовать, у вас есть возможность проголосовать. Для этого нужно отправляться в органы реестра и в рамках процедуры выяснять, что там произошло, почему вас не было в списках, доказывать свою правоту. Правовое государство начинается с защиты прав каждого жителя в нем. Второй момент. По нашей информации, органы реестра готовы изменять тимчасово место голосования. То, что был большой бум в первом туре, около 300 тысяч людей изменило место голосования тимчасово. Органы реестра, видимо, поняли, что на второй тур тоже будет много желающих, и уже открыты, уже готовы к этому. Поэтому берите подтверждающие документы. Обращайтесь с завтрашнего дня в The Office, и мы будем давать свои подтверждающие документы, которые часть органов реестра уже отвергает по зеленому логотипу. Опять же, мы сделаем логотип черно-белый, попробуем их обмануть. А потом сделаем еще 7 видов этой бумажки, чтобы людей не отправляли. Мы, позиция нашей команды, мы готовы юридически поддерживать всех избирателей, которые хотят проголосовать, но у них нет подстав для изменения места голосования. Например, мы будем помогать искать эти подставы, действуя абсолютно в рамках закона, снова таки, как вчера с историей с наблюдателями. По цифрам, по результатам мы будем следить, держать руку на пульсе. И ждите новых сообщений, в первую очередь в соцсетях официальных от команды Зеленского. Ждите новых влогов на YouTube-канале. Да? Ждите интервью нашего кандидата. Мы надеемся многим СМИ.